В Махачкале 9:45 и в студии Бедерниса Гусейнова. Новости. Сегодня по всей стране объявлен общенациональный траур в связи с гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово. Указ подписан накануне президентом России Владимиром Путиным. Сегодня на всей территории России приспущены государственные флаги. Учреждения культуры и телеканалы отменили все развлекательные мероприятия и программы. Страна продолжает скорбить по жертвам пожара в Кемерове. Туда приехал президент России Владимир Путин. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, начав с минуты молчания совещание, посвященное ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня». В числе причин трагедии Путин назвал преступную халатность и разгильдяйство. В Кизляре под руководством ВРИО главы Дагестана Владимира Васильева прошло заседание антитеррористической комиссии в республике. Началось мероприятие с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в Кемерове. В рамках заседания обсуждены вопросы повышения эффективности работы антитеррористических комиссий в муниципальных районах и городских округах, защищенности объектов летнего оздоровительного отдыха детей и другие. В Махачкале в парке 50-летия октября прошла акция «Свеча памяти», посвященная памяти погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. В Каспийске акция памяти состоялась у памятника жертвам теракта 9 мая 2002 года. Отметим, что и в других городах Дагестана и России проходят акции памяти о жертвах страшной трагедии. Под руководством председателя правительства региона состоялось заседание комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Дагестана. Формирование кадрового резерва должно стать одной из приоритетных задач, отметил Артем Сдунов. По итогам обсуждения комиссия приняла решение утвердить список кандидатов, допущенных ко второму этапу конкурсных процедур на включение в резерв управленческих кадров республики. Планы развития национально-технологической инициативы и цифровой экономики в субъектах СКФО обсудили в рамках стратегической сессии Агентства стратегических инициатив во Владикавказе. Погода. В Махачкале без существенных осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха 12-14 градусов тепла.